такой прекрасный день для сытного обеда! Говорят, крики привидений делают еду вкуснее. У меня идея! Может, сходим на склон Ивана и проверим? Я за. Думаю, Чин Юнь, как настоящий экзорцист, уговорит неупокоенную душу нам немного посолировать. А если не сможет? У нас есть целых 3 кандидата с чудесными голосочками. Весенние каникулы в Таилате. Участвуй в конкурсе на тему весенних путешествий.